сердце мое сладким джемом не склеишь. Нужен опиум мне, а не блеск суеты. Наготы нужен драйв. Веришь ты или не веришь, но мне опиум нужен, не гламурный. Всем привет! Мы группа Ранетки! Хочется их слушать. А еще очень классно под них ехать в машине прямо. На самом деле я и заснуть, и тренироваться не могу без этой группы. Хочется слушать и слушать их песни. И вдруг, как луч света в темном царстве, Opium Project. Во! Одна моя подруга говорила мне, что у нее, кажется, что-то было с Денисом. Или, может, Саша. А может, и Саша с Денисом. Честно говоря, не помню. Ну, Opium Project, я думаю, что на сегодняшний день это, наверное, один из самых качественных проектов на нашем рынке. Ребят, это фантастика. Один из самых правильных, самых модных проектов. Такой музыки у нас в стране нету. Эти ребята, они такие классные. Особенно тот, который поменьше. Мне он так нравится. Как можно не любить Opium Project? Не смотри на меня, будто я виноват, я и сам сожалею. Ты не думай, что я очень этому рад, просто я стал сильнее. Мне вишневый коктейль не с тобой пить вдвоем удержать не сумеешь. Ведь осколки стекла, да и сердце мое сладким джемом не склеешь. Кричи на меня и разбуди весь дом. Не проси ключи от моего авто. Накричи на меня и бей посуду об пол. Все равно уйду, bye-bye, my beautiful girl. Накричи на меня и разбуди весь дом. Не проси ключи от моего авто. Накричи на меня и бей посуду об пол. Все равно уйду, bye-bye, my beautiful girl. Выброси ключи от моего авто. Ты накричи на меня и бей посуду об пол. Все равно уйду. Ой, а что это там за люди в черном? Так это они все перемещают. Так это, может, они и поют? Звезда в шоке. Bye bye beautiful girl. Накричи на меня. Выброси ключи. Накричи на меня. Что за группа? Мне денег дали, а где мои деньги, а? Да нисколько не дали, ты где, где этот Коля, Вася? Семен. Семен! Не, ну если за съемку гонорар хороший, так мне все понравилось. Да даже пусть девочка живет, блядь, этих двух отравил бы нахуй. Ну бы никаких. Ну тут такая звезда нереальная. Пиши не хочу. Я единственное могу вот никак понять, что это за коллектив, который сейчас я буду ходить. Все, ребят, давай. Игорь, 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 можно интервью у вас взять? Под окно. Он догоняет, он догоняет. Это, дам я вам интервью. Какое название? Опиум Project. Не остаться. Остаться звезд? Не, ребят, ну, как бы, все, уважение. Да, что, какая группа? Ну, может, слышал где-то там. Ну, может быть, может быть. Не, вообще, конечно, группа клевая.